Українська класика на сцені Академічного театру російської драми. У Дніпрі поставили знамениту драму «Фаєрію Лесі Українки» російською мовою. Звісно, це лісова пісня. Прем'єра у театрі імені Горького щойно відбулася. На жаль, без великої уваги преси. Тож виправляємо ситуацію. Потрапити на виставу можна ще в цьому сезоні. Валерій Зубчик, режисер постановки, і співрежисер Олексій Клейменов – гості 9 каналу. Валерий, Алексей, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в гостях 9 канала. Итак, вы люди творческие. С какой идеей пришли к нам? Ну, самая главная идея – это пригласить уважаемого зрителя к нам на премьерный спектакль «Лесная песня», которую мы вместе с Алексеем сделали, создали этот спектакль. Если говорить о «Лесной песне», Леся Украинка, русский театр. Почему? Откуда такая идея? Ну, знаете как, мы играем многие вещи зарубежных исполнителей, того же Шекспира, и на русском, и на украинском языке. А почему бы Леся Украинка не могла бы прозвучать на том же русском языке, тоже всем понятным? И причем, учитывая, что в спектакле превалирует в основном еще и пластическое решение, которое добавляет нам феерии, то даже если бы зритель не понимал, о чем идет речь, если бы это был зарубежный зритель, то он бы все понял бы и ощутил всю ту атмосферу благодаря тому же пластическому решению спектакля. Алексей, вы режиссер пластики, поэтому вопрос к вам. Как тяжело было вот самому для себя представить как цельность работы? И насколько тяжело было работать с актерами? Ну, насколько я понимаю, вы не только режиссер, но и тире-актер, поэтому вот об этом. Вы знаете, у нас очень хороший молодой коллектив, талантливые ребята, и в процессе работы над «Лесной песней» сложился какое-то действительно семейное отношение. Поэтому было легко, было интересно. Ребята начали много приносить, придумывать. Но я человек, который такой приверженник пластического театра с самого детства. Было легко и увлекательно. Я бы так охарактеризовал работу над «Лесной песней». Да и вообще, даже вот возрастное поколение, которое было занято в спектакле, очень, очень творчески отнеслось к этому процессу. Тоже очень много приносили, предлагали интересных вещей, которые мы оставляли в спектакле. И это было очень гармонично, сказочно, феерично. Я бы так сказал. Часть зрителей, которым удалось посмотреть «Лесную песню», говорят о том, что он очень не похож на все то, что так или иначе уже было в стенах театра имени Горького. Для вас это своеобразный комплимент или? Это и комплимент, и, с другой стороны, даже открытие для нас. Все-таки непосильный труд и семейность в атмосфере и желание создать этот спектакль. Вот наверняка и родил этот сюжет. Ну, мы про тему в прямом эфире, так что это наши благодарные телезрители. Наверное, звонят. Спрашивают, когда прийти и посмотреть, наверное, театр «Лесная песня». Между прочим, действительно очень много отзывов хороших. И звонят, и пишут в социальные сети, когда же можно увидеть еще. Некоторые люди, которые приходили даже на две премьеры, два премьерных дня, они хотят прийти еще и привести с собой своих друзей, близких и посоветовать другим. Ну, насколько я понимаю, наверняка еще будет возможность и в этом сезоне, но перед тем, как спросить, когда это произойдет, хотелось бы узнать мнение руководства, насколько оно легко пошло на то, чтобы в стенах, да, на этот эксперимент, чтобы поставить «Лесную песню» в театре. Ну, нелегко пошло, нелегко. Вернее, как, пошло, может быть, легко, но не сразу нам вот дали ставить этот спектакль. Они сначала боялись, думали. Да, уверенности, как таковой, все-таки молодые режиссеры, и насколько можно быть уверенным, что они справятся с таким вот материалом. Да, все-таки это классическое произведение, большой объем и текста, и персонажей, и по мысли, что самое главное. Все-таки гордость украинской драматургии, нужно было не ударить
грязь лицом. Да, поэтому... Но в процессе репетиции, я думаю, они уже как-то поверили. Ну вот если говорить о людях творческих, вот журналистика, театрала — это очень близко. То есть да. Вот смотришь на то или иное произведение, свой сюжет, например, да? Сегодня он тебе нравится, завтра ты уже начинаешь видеть недостатки. Вот вам не стыдно за свою работу? Абсолютно, сейчас нет. Абсолютно не стыдно. Абсолютно не стыдно. Мы тоже боялись. Мы когда вот начинали работать, тоже боялись. Это все-таки страшно. Это лесная украинка, это лесная песня. Но потом начали думать, придумывать. Все-таки свежий взгляд на украинскую классику. Наверное, так театр современный должен существовать вообще. Мы сами в процессе раскрывали для себя какие-то определенные тайны, которые заложены лесью украинкой. И... более того, там еще можно чего достать и рассказать зрителю, поэтому она во все века, во все времена будет актуальна. Экспромта там много? Экспромта? Нет, настолько все слажено, настолько каждый чувствует свой эпизод, свою работу, поэтому лишнего добавлять и не хочется. Да, тем более у нас лесная песня начинается, с лесной песни, да. Как за основу. Ну давайте тогда будем двигаться постепенно к тому, когда это мероприятие произойдет и во сколько. То есть для того, чтобы желающие уже сейчас, есть ли возможность для того, чтобы уже начинали занимать очереди и приобретать билеты. Спектакль состоится 23 июня в 18:30. Как раз этот спектакль по просьбе благодарных зрителей, которые хотят увидеть вновь, и те, которые не смогли прийти. Поэтому мы с большим удовольствием приглашаем всех. И мы вдвоем, и наш коллектив уверены, что не пожалеете. Что говорят коллеги по цеху, те, которые не заняты в вашем спектакле? Хотим еще. Побольше таких спектаклей, очень много приятных лестных слов, и все хотят вот больше работать, больше творить, вот как-то больше воодушевились. Да, свежий ветер какой-то. С лесной песней появился в театре. Причем многому мы, в том числе и с Алексеем, учимся и уже в маститых артистов, которые заняты в нашем спектакле. То есть это взаимообмен, который не прекращается. И мы будем в тандеме работать и дальше. Если вспоминать фильм «Берегись автомобиля», там одна из сакраментальных фраз, сказанных Евстигнеевым, «А не замахнуться ли нам?» Вот уже продумываете, над чем придется замахиваться? Продумываем, конечно же. Но... есть много идей. Ну, следующий спектакль, который я буду в Театре Горького ставить, это будет «Холстомер» по повести Толстого. Вот, «История лошади». Скоро, ну, я думаю, в следующем сезоне уже зритель может увидеть спектакль. Но тоже интересный, тоже современный, тоже взгляд. Новое видение. Прочтение, да, новое видение. Такая, может, рок-баллада такая, как-то в таком духе современном. Будет интересно, думаю. «Лесная песня» в вашем исполнении – национальный язык украинский будет где-то присутствовать или только русский? Нет, на русском языке, но русском атмосфера языке. И колорит, и дух нашего народа, он в любом случае заложен и лесей украинкой, и нами, и артисты всячески стараются многие это тоже передать. Да, многие зрители отметили, что вот в спектакле очень много того, что сейчас с нашей страной происходит, вот... все проблемы, дух времени нашей страны. В спектакле очень много метафор, аллегорий, которые подчеркивают. Кто переводил? Положение. Чей перевод? С чьим переводом вы работали? Дело в том, что перевод у нас компилированный, редактированный. Мы брали за основу перевод Ольги Тимохиной и перевод поэта Исаковского. Знаменитый перевод. Он... и более мелодичный, более поэтический, поэтому нам приходилось вот варьировать. Услышал мнение отдельных критиков, не буду его озвучивать, хотелось бы, чтобы вы его озвучили. Вот, то есть, понятное дело, что критики, они на то, чтобы на то критиковать, и критики, да. На то и но, и тем критики. Не менее, ваша личностная самооценка после тех или иных рецензий выросла или наоборот где-то? Пошла вниз. Конечно же, выросла. После такого спектакля хочется творить, хочется еще больше чудить, экспериментировать, фантазировать и не останавливаться. По-доброму хулиганить на сцене да, хочется. Да, хочется.
Хочется побольше театра. Вы много играете. На сегодняшний день можно говорить о том, что Днепр – это театральный город? Конечно. Я думаю, да. Однозначно, театральный город. Наши многие театры, они начинают, вот не только в нашем театре, во многих театрах свежее дыхание, много молодых и артистов, и режиссеров, и педагогов появляется. Поэтому все-таки действительно Днепр становится театральным городом, и с каждым разом масштабы эти растут. Ну и давайте еще раз, наверное, проговорим, еще раз позовем всех тех, кто захочет увидеть «Лесную песню» в русской версии в театре имени Горького. Где и когда? С большим удовольствием приглашаем всех-всех-всех на нашу чудную премьеру 23 июня в 18:30 в театре Горького. Премьера спектакля «Лесная песня». Последний вопрос. Глядя на театр, на эту работу со стороны, кого бы вам лично хотелось сыграть в этом спектакле? Так сложилось, что лично я изначально попал в распределение на роль Лукаша, но в процессе став режиссером спектакля. И глядя на то, что происходит на сцене, у меня еще желание возникло сыграть роль Куца, черта, который является одним из главных персонажей, как получается. А вам, Алексей? А я играю в этом спектакле. Я начинаю этот спектакль в прологе, играю того, кто рвет плотины, поэтому я своей ролью доволен. И трудно кого-то другого играть, потому что нужно следить, контролировать процесс пластический со стороны, поэтому я своей ролью доволен, другую не хотел бы играть, и отдавать свою роль не хотел бы. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Нагадаю нашим глядачам, що в гостях 9 каналу були дуже позитивні молоді люди. Валерій Зубчик, один з режисерів театру імені Горького, та Олексій Клейменов, режисер-постановник пластики рішення вистави «Лісова пісня».